В Ангарском управлении социальной защиты населения начался прием заявлений на участие в областном конкурсе «Почетная семья». Мероприятие проводится заочно в два этапа. Три семьи, которых сочтут наиболее достойными, будут представлять Ангарск на областном уровне. Конкурс проводится по трем номинациям. Это молодая семья. Там, где супруги состоят в браке от 3 до 5 лет, один из супругов не достиг 35-летнего возраста, и есть ребенок или дети старше 2 лет. Значит, следующая номинация – это приемная семья. Это там, где супруги осуществляют воспитание в роли приемных родителей, опекунов или попечителей. И многодетная семья. В прошлом году третье место в номинации «Молодая семья» заняли ангарчане Ольга и Сергей Пищевские. Заявки на конкурс принимаются до 20 февраля.